каждого мероприятия, он каждый день с нами. И с медиками, и с культурой, и со спортом. А я горжусь, что у нас такие дети вырастают вот в этом городском округе. Кузьмин Андрей Алексеевич. Под овации друзей Андрея вручают главные атрибуты любого волонтера. Это почетный значок и волонтерская книжка. В движение активистов он вступил меньше года назад, но его уже называют одним из лучших волонтеров городского округа. Мы ходим на различные мероприятия, которые связаны с разными областями. Ну и больше уже помогаем городу и пожилым людям. Это тебя совершенствует, ты быстро вырастаешь и дает очень много хороших знаний. Церемония награждения прошла в ресурсном центре для волонтеров. Несколько месяцев здесь шел ремонт. Необходимо было обновить помещение и сделать его более доступным. Чтобы к нам попадали люди с ограниченными возможностями. Мы поменяли, мы поставили пандус, потому что его здесь не было. Обновили стены главного зала волонтерского. Теперь он более яркий. Многофункциональную мебель ребятам закупили, которая у нас раскладывается, если надо. Можно проводить всевозможные мероприятия. Дизайн помещения выбирали сами волонтеры. И, судя по всему, новый ремонт им пришелся по душе. Мне все очень нравится. Место как будто вдохновилось. Новый воздух прямо сюда зашел, и все очень нравится. Почетными гостями на церемонии стали депутаты и представители администрации, которые помогали в осуществлении мечты волонтеров, а также контролировали все этапы ремонта. А по видеосвязи к встрече присоединились активисты из других ресурсных центров Московской области. Ребята смогли обсудить насущные вопросы и обменяться опытом.